Здравствуйте, Елена. Сегодня отвечаю вам. Как понять, что ты простил? Не значит, что у тебя отношения к человеку будут прежними. И если простил, но желания пересекаться нет. Так бывает. Да, бывает. Но вы правильно задали вопрос, как простить до конца. Потому что, с одной стороны, это не значит, что степень доверия будет сразу восстановлена и вообще будет восстановлена. Но вопрос прощения – это вопрос внутреннего решения и освободить сердце свое от обидчика. Если внутри вас продолжаются диалоги, если вы продолжаете что-то доказывать этому человеку, это говорит о том, что, во-первых, вы до конца не простили, а во-вторых, он остался внутри вас. Поэтому его надо отпустить и надо эту душевную связь разрезать через ваши решения, назвав вещи своими именами. Когда вы скажете: «Я прощаю тебе такой-то и такой-то грех, сделанный против меня, хотя мне это чего-то стоило». И начинайте перечислять то, чего стоило это вам. И по поводу здоровья, и по поводу отношения, и по поводу вашего авторитета и так далее. Что пострадало от неправильных действий другого человека? Поэтому перечисляйте и говорите: «Мне это что-то стоит, и я принимаю осознанное решение тебя простить. И поэтому, Господь, дай мне силы, я решение приняла, ты дай мне силы сделать это до конца». И тогда, когда вы это сделали, то начните благословлять свое сердце и благословлять человека, которого вы сейчас назвали как отпущенного узника из вашего сердца. Постепенно и внутренность ваша получит исцеление, и когда вы встретитесь, у вас внутри не будет ничего ныть, не будет кричать от боли, потому что эта рана уже затянулась, и вы смогли это сделать до конца и простить. Я рекомендую вам, если на самом деле у вас есть какие-то неразрешенные вопросы, просмотреть в рубрике на сайте Миссии Свет Христа, в рубрике «Помощь для вас» темы обиды и прощения, потому что там достаточно много уроков, и вы поэтапно можете увидеть, как же все-таки это можно сделать качественно и до конца. Поэтому всего доброго, до свидания, полной вам свободы от Христа.